Обалденно вкусный и простой в приготовлении печеночный торт. Печень хорошо помыть и поместить в емкость блендера. Туда добавить яйца и все пробить блендером до однородности. Затем добавить молоко, муку, соль и специи по вкусу. И немного растительного масла, и все хорошо размешать. Жарить печеночные блинчики на хорошо разогретой сковороде примерно по минуте с каждой стороны. Все зависит от мощности плиты. Готовим начинку. Луковицу мелко нарезать, а морковь натереть на мелкой терке. На сковороде растопить кусочек сливочного масла и сначала обжарить лук, а затем добавить морковь и обжарить до мягкости. В глубокой емкости смешать сметану, майонез, обжаренную морковь с луком и добавить мелко порубленную зелень. Выкладываем блин и смазываем кремом. И так повторяем со всеми слоями. Сверху посыпаем сыром. И даем настояться пару часов в холодильнике. Вот такой торт получается. Приятного аппетита!